4 дня общения и более 15 тысяч участников. В Санкт-Петербурге стартовал 26-й международный экономический форум. В списке порядка 130 стран, в том числе и Приднестровье. Санкт-Петербург, международный экономический форум. На связи приднестровцы. День первый, ознакомительный. Здоровье, экспорт, финансы, нетворкинг, лекарства, Арктика, маркетинг, десятки площадок. Встречи, лекции, презентации, разработки. Площадок огромное количество. На самом деле с утра до вечера невозможно большую часть из них посетить. Поэтому мы выбираем темы по интересам. Меня интересует тема физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Сегодня интересует нас конкретно игры GTO и популяризация здорового образа жизни через массовые различные спортивные мероприятия. Мы принимаем здесь участие по программе «Новое поколение» от Россотрудничества, также при поддержке Управления молодежной политики Министерства просвещения. Я как представитель Министерства экономического развития больше все-таки пытаюсь посещать мероприятия, связанные с инвестиционной деятельностью, с имущественными отношениями. Говорили на форуме и о Приднестровье, бизнес-ланч с официальным представителем МИДа России Марией Захаровой. Вопрос из зала. Как относится вообще Российская Федерация к сложившейся ситуации, к политике, проводимой Республикой Молдова? И вот в зависимости уже от этого контекста обсуждали взаимоотношения Приднестровья с Российской Федерацией. Дискуссия проводилась в рамках вопрос-ответ, поэтому это больше не выводы, а больше, можно сказать, мнение вообще ребят, участников форума, и мнение уже МИДа РФ. Деловые площадки работают с утра до позднего вечера. График плотный. Впереди еще 3 дня. В планах экскурсия по Санкт-Петербургу. Река Нева, Эрмитаж, Петергоф. Встреча с молодежными лидерами. Будет забег «Мы вместе». Участники отмечают, такой форум – хорошая возможность наладить сотрудничество не только с Россией, но и с другими странами.